reign for decades. But the trickster broke free from the shackles that restrained him and brought chaos to the Nine Realms. And now, the end of the world is upon us. Ragnarok. Midgard is torn by war, storms, and the wrath of fierce beasts. It was foretold Ragnarok would end with Loki's death. Nothing has happened as foretold. Loki has sealed himself on the Vigrid plain to avoid his fate. Awaken, warrior. Rise up from the underworld and return to the mortal realm. Do what the gods cannot. End Ragnarok. Let nothing stand in your way. Всем привет, с вами Хайкер, сегодня поиграем в игру Руны 2 Deception Edition. Так, ну в общем, вот я загрузился, там была предыстория какая-то, все она на английском, вот тут тоже мне объясняют на английском, поэтому мы будем ходить по зеленым точкам. Так, ну меч нашел, да. Нифига себе, какой меч. Ладно. Пойдемте, наверное, на зеленую точку. Так, игра у нас, ну, на мечах, как видно. Есть щит. Наверное, нам сейчас дадут убить оленя. Или я его сам убью. Ну, да. А вот и придурок, который нам захочет помешать исполнить великую волю там кого-то. Ну ничего, ничего, я справляюсь. Я умею нажимать на кнопку. В отличие от него. Стрела, кстати, вроде в голове была. Так, давайте туда сходим. Какой-то камень. А ну... Что-то активировал, кстати. Броню, что ли, там что-то было написано. Теперь, наверное, я могу создавать эту броню. Скорее всего, это так. Так. Подсказка. Кому нужны подсказки? Так, ладно, вперед дальше. Топор нашел какой-то. Топор может даже пригодиться. Дерево, например, рубить. Так, нашел, как взаимодействовать с топором. Так, надо нажимать там кнопку, и он активируется. Дерево, кстати, реально рубим, палки получаем. Какой я сильный. Одним ударом могу срамить целое дерево. И выпадает с дерева 3 палки. Интересно, интересно. Какое полезное дерево. Там еще что-то дают. Помимо парок. Ну, в частности, парки, да. Так. Камень опять. Скорее всего, это чтобы крафтить эти предметы. Скорее всего. Объяснялка, как обычно. Ага, ага. Пошли дальше. Еще один топор. 2 топора, кстати, было. Ну ладно. Теперь мы можем хату, я так понял, сделать себе. Для этого нам надо парки, камень. Вау. Я могу топором рубить камень. Нестандартно, но могу. Так. Тебя отрубим, тебя сломаем. Чувствую себя всесильным на самом деле. Хм. Одного удара не хватило. Да уж. Чувствую себя сильно-сильным, который может ломать камни всего лишь одним ударом. Дерево в зависимости от толстости. Тебя не могу сломать, к сожалению. А я уже почувствую себя всесильным. Так. Вот так вот и устраняют леса. Нанимает каких-нибудь неадекватных викингов, которые... Ау. Не знал, что это возможно.
Нифига себе, конечно. Блин, черт знает, где теперь заспаунился. Ну, вещи остались. Ладно, пойдемте к зеленой точке. Оказывается, нас могут убить. Убить, представляете? Дерево. Да невозможно. Невозможно, я почти всесильный. Зато я теперь могу прокачать штуку. Так. О, я лежу. Какое ничтожество. Так, хату мы построили себе. Теперь мы можем тут создавать боеприпасы, оружие, топоры, там автоматы. Мне кажется, я одним топором смогу обойтись. Но мы посмотрим, что это сделает. Вау. Видимо, не посмотрим. Что со мной? Так, посмотрел в управлении, как открывать карту. Я пытаюсь что-то сделать, и меня куда-то телепортирует. Во! Нормально. Могу я тут прокачивать оружие? Надо зажать. И я прокачиваю себе оружие. Или создаю. Ну ладно. Печка есть. Сундук, куда я буду складывать свои барахло. Так, точильный камень. Что-то сделал он. Так, ладно. Тут у нас сундук, который мне дал палку. И все. А, нет, еще есть что-то. Так, теперь мы можем снова прокачать свое оружие. Объяснярка, которая, в принципе, как обычно, все. Такс. Да, я могу создавать и правда предметы. Какой-то молот и парка. Йо, я создал себе молоток. Теперь я буду им всех бить и деревья рубить. Не забываем про прорубление дерева. Так, у нас навыки есть. Берсерк. Мне кажется, берсерк я с самого изначально вкачал, потому что деревья рубить одним ударом и камни такие также. Не каждый сам умеет, не каждый. Это надо еще уметь, так скажем. Вот я тебе вкачал один навык, теперь можно пойти. Вау, какой молот. Красивый, красивый. Могущественный. Так. Точка стоит сюда. Я здесь должен починить set hot. Без понятия, что это, но мы это починим. Потому что у нас, по сути, нету... Ну, в принципе, что другого. Так, это у нас огород, я так понял. Великий объяснятель пришел. Вау. Наемник пришел, который будет на меня работать. Прекрасно, прекрасно. Какой красивый молот все-таки. Что бы я дальше без него делал? Дальше бы рубил деревья. Но зато теперь есть кому порубить деревья за меня. Топор еще один. Пригодится. Так. Давай работай, раб. Че стоишь-то? Ну чё встал? Работать, говорю. Кивает мне что-то. Разговаривает со мной. Вот не надо говорить, что ты мне задание сейчас дашь. Сказал спасибо. Возможно, он сейчас задание даст нафиг. Как это обычно происходит в играх. Вроде такой ты весь крутой, деревья научился рубить. А тут тебе какой-нибудь простолюдин даст задание. И не отпустит тебя. Объяснялка, как обычно. Да, прокачка уровня, это понятно. Может, я молоточком? Угу. Хорошо. Да-да, понял, хорошо.
to assign them to your tributes each time you level. Choose wisely as energy assigned. Отстань ты от меня. Я понял, что ты хочешь мне задание дать. A seafaring vessel recently ran aground not far from here. Please investigate. I fear you're. Так прикольно он смотрит на меня, когда я тут фигню такую вытворяю. Угу. Хорошо, хорошо. Так, вот мы с ним и поговорили. Что-то он нам там интересное рассказывал до ужаса прямо. Так, сейчас. Клавиши там поменял, чтобы было удобнее. Инвентарии там всякие открывать. Ну ладно, я на этом закончу. Игровое время у нас закончилось, поэтому всем спасибо за просмотр. С вами был Хайкрас, всем удачи и всем пока.